Ингушетия примет участие в осенней ярмарке в Карачаево-Черкесии. Она пройдет 26 октября. На ней продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20% представят около 200 производителей юга России. Сельхозпредприятия Ингушетии, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев. Ингушские производители предложат гостям мероприятия широкий ассортимент товаров, молочную и мясную продукцию, овощи и фрукты нового урожая, кулинарные и кондитерские изделия, а также мед и многое другое.